начала года в крае не работают все камеры фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Эту информацию подтвердили в Краевом управлении дорог. Ведомстве пояснили, причиной приостановки работы камер стало позднее принятие бюджета и его подпрограмму повышения безопасности дорожного движения, которая финансово обеспечивает обслуживание камер наблюдения. Из-за этого аукцион по выбору подрядчика был объявлен только в конце декабря. Кроме того, один из потенциальных участников торгов на прошлой неделе пожаловался в УФАС на недоработки в конкурсной документации. Процедура была приостановлена. Специалисты настоятельно рекомендуют водителям не нарушать скоростной режим и правила дорожного движения. Говорят, камеры могут включить в любой момент, но точную дату пока назвать сложно. Трудно сказать, если мы сейчас пройдем вот эту всю процедуру, которая сейчас обжалование условий госконтракта и так далее, если других еще претензий не будет, то, наверное, госконтракт будет заключен в конце февраля.